Можешь мне? Может, это от магазина сожрать, нет? Да, жильцы. Жильцы? Угу. Так, пойдем посмотрим. Судовод-то наш, цветовод-то. Надо ж посмотреть, что там насажали. Ну-ка. Угу. И лилии тут всяко-разно. И розы цветут. Молодцы. Какие лилии тоже красивые. Вот сколько насажено. Эй, рябинки прям какие уже веселенькие стали. Так. Ага. Молодцы. Какие они на глазки маленькие, мелкие. Капуста. Вон, видали американскую машину и номер в нее с Пенсильвании. И наш номер. Ой, как я люблю рябину. Вот сирень, рябину прям. Вот. Но такая-то прям. Ну все, отправила я посылочку в Ярославль. Ой, хоть совесть моя чиста. Но, видимо, я особенно никуда не успею. Потому что Косте надо готовиться. Он же у нас звезда телевизионная. Вот надо к передаче готовиться. И он пораньше с работы уйдет и пораньше Сашу заберет. Ну, чтобы мне вместе с ними поехать, наверное, я особо не успею никуда. Сломали старую советскую детскую площадку. Посмотрим, что поставят. Да, скорее всего, опять эти, как они называются, господи. Ух, ух, гонщики. Лук крымский, лаврушка. Вон они сидят на крыше и орут, бакланы эти. С чайками. Так, пойду-ка я, наверное, в фикс прайс тогда схожу. Хоть. Да. Цены, конечно. Так-то все есть. Ну. Сливы вон 180-280. Цветы, цветы. А что, 1 сентября? Это же вообще. Вот Троица летом, да? 1 сентября. О, это ж такие доходы. Тут цветочников.
зашла в фикс-прайс. Слушайте, какая интересная лампочка. Я, конечно, возьму. Как-то нет. Такая с лепестками. Интересно. Надо посмотреть, что это за лампа такая. Какая птичка. Какая маленькая. С хвостиком с длинненьким. Не боится. Ой, какая сегодня погода. Обалдеть. Просто вот я говорю, ну, ни одного облачка. А с утра так было пасмурно. Ну что, зашла в фикс-прайс. Разве уйдешь? Просто так. Нет. Ну что, получается, что сейчас дойду до садика, зайду еще в магазин, и Костя приедет. Ладно, хоть по городу погуляю. А то все в лесу, да в лесу. На людей посмотрю. Вот главное, все дороги, все обкошено. А тут-то конь не валялся, крапива. Метрового роста. Наверное, должны владельцы магазинов заказывать, чтобы им косили. Вот тут вот покошено. Ну, тоже так себе. Решила пойти дворами. Новатек. Да? Такое здание на фоне старой деревяшки, после войны построенной. Вот как не обещали к столетию Мурманска расселить все эти деревяшки, но еще несколько штук есть. Ну, совсем мало, конечно. Я так думаю, что, наверное, вот эти вот две тут. На Марата две. Ну, в общем, немножко, совсем их несколько штучек осталось. Но слово не сдержали, скажем так. Все равно. Представляете, Вольва какая давнишная стоит. Вросла. И он еще Вольва. Ну, это еще с 90-х, когда их везли за копейки на кораблях. Так-то по всему городу тоже практически их убрали. Но кое-где во дворах попадаются. Да, не все, конечно, распрекрасно, как и в любом городе. Но стремиться-то надо, правда? Вот многие терпеть не могут Варламова Илью за то, что он показывает всякое дерьмо. А он правильно говорит. Он говорит, если не показывать, никто и пальцем не пошевельнет. Какие заросли. Что это за растение такое? Не знаете?
Я-то точно не знаю. С семенами. Ой, тут прям джунгли целые. Сейчас торопимся, уже надо ехать. Партнерка получает по 20% заработка, которая улаживает все дела. Они и матом ругаются. Плохие слова. И водку пьют. Говорят. А остальным блогерам этого нельзя. Это те, кто миллионами зарабатывает. Им все можно. Саш, ну-ка спой, что за песня-то? Не знаю, что это за песня. Ты два слова только знаешь, да? Девочка, не прощай. Ну вот, вернулись домой. Сейчас разговаривала с Сашей. Ой, с этими визами уже, ну, правда, просто. Ну, Дане открыли визу в Баку. Саше не хотят открывать. Езжай. Езжайте в Питер открывать визу. Да что ж такое? Сашка нервничает. Ой. Ну, понятно, это опять время, деньги. Ну, ладно, авось как-нибудь разберутся. Костя сейчас будет, оказывается, по московскому телевидению вещать онлайн, как эксперт в сфере недвижимости. Надо, чтобы дом был тихо. Сейчас пойду, лягу. Буду тихонечко смотреть чего-нибудь. Как бы опять не уснуть. Вот так вот. Так, купила вот эту лампочку. Уж больно мне было любопытно. А куда мне ее? Вот в эту она у меня туда не войдет. Еще надо искать, куда вкрутить, чтобы попробовать, что она из себя представляет. Вот ведь, да? Вот оно, любопытство. Если у кого-то есть такая лампочка, напишите мне, что она из себя представляет. Конструкция лампочки позволит легко изменить угол свечения. Да, только... Ой, мои дорогие, у нас вечно. Ой, то понос, то золотуха. Господи. Ну, пока Костя онлайн тут выступал там для телевидения, Таня с Сашкой ушли на детскую площадку. Ну, он же будет орать, ему же... Господи, как это? Он будет приставать, он будет лезть куда не надо. И она ушла с ним на площадку. Только Костя отстрелялся. Приходит Таня с Сашкой. А я что-то слышу, они там... Что-то Костя заволновался. Что, покажите. Ну, в общем, короче, Сашка укусила за руку собака. Собака там громко сказана.
И укусила тоже, громко сказано. Ну, правда, до крови. Так она его тяпнула-то через куртку. Так, звонят мне. Саша моя звонила. Ой, ну, в общем, короче говоря, поехали в травму. И вот уже 2,5 часа их нету. Ну, я бы... Там 2, видимо, брата были с этой собачкой. Ну, такие тоже, ну, небольшие мальчишки-то. Я бы сразу с ними пошла бы домой, да и выяснила бы все это дело. А у них животных-то нету и не было никогда. Они знать не знают, что делать. Ну и что, и сейчас будут уколы колоть от бешенства. А он, Сашка же, он трус такой. Он уже весь в истерике поехал, как будто его сейчас там резать будут, расчленять. Ну, там вот укус-то, знаете, вот, ну, как у меня, наверное, вот... Ну, вот как... Ну, вот как вот ноготь на мизинце. Ну, такая вот... А крику, ой... Слезы, сопли. Ну, он такой, да, парень-то. И вот нету и нету, нету и нету. А у нас травма-то, наверное, одна же в Мурманске, во всяком случае. А нет, раньше была в каждом районе, а сейчас вот не знаю. И, наверное, народу там, что ли, чего их нет-то до сих пор. Ну, в общем, короче говоря, все не слава богу, да что ж такое-то. А я уже спать собралась. А какой? Так не уснешь. Чего они? Где они? Сейчас с Сашей разговариваю. Она говорит, там вот слышите, собака лает. Она говорит, Данта услышал. Собака лает. Проснулся весь головой, крутит. Что такое? Откуда собака? Ну, вот пока нету. Приехал. Обезьяны бегемоты, обезьяны кашевоты, зеленый попугай. Зеленый попугай. Иди на свет. И не видно в темноте. Бабушка тут переживает, ему ждет, ходит. Вроде. Смотри, попал. Ага. Ты попробуй тоже. Ну, знаешь. Саня, ты где? Да мы тут. Играем. Мы играем. Опа! Ты посмотри, а я-то в семерку попала, а ты-то в четверку. Я в шестерку. Шестерку. Пятерку. В какую шестерку? Я сбиваю. Ну а что, в сад-то пойдешь завтра? Нет, нельзя, я же меня же там бит. Ой. Ну что, не так страшно-то было? Страшно. Страшно? Вот, смотри, я на семерку попал. Ага. Орал, Сань. Орал. Орал. Ну ладно. Ну все, все дома. Можно идти спать ложиться. Сашка уже успел кресло вымазать кетчупом. Отец теперь моет. Пылесос моющим. Ай, не могу. Все, включила сериал. Сейчас лягу. Потом проснусь ночью, а сериал идет. Так, ну что, доброе утро. Ну, правда, уже не утро. Уже время 11 часов. Ну, у меня доброе утро. Мальчики там чего-то работают опять с Таниным домиком. А я ж теперь спящая царевна. Поэтому проснулась от того, что звонит Костя и говорит, мама, возьми там в бойлерной
ножницы по металлу ребятам дай. А так бы я еще спала. А чем мне? Зато он проснулась, а тут гляньте. Кто-то грибов положил. Зайчик принес. Интересно, сегодня какой будет день? Такой же, как вчера? Летний. Ну, чего-то нет. Сегодня, наверное, не такой. Солнышка нет. Ну, не холодно. Но так попрохладнее, конечно, чем вчера. Все, все поразъехались. Учеба же началась. Жизнь идет своим чередом, несмотря ни на что. Ну вот, сегодня, да, совсем другой день, но не холодно. Пожарила я грибы, пожарила отдельно картошку. Сейчас Костя приедет на обед, но он, правда, он не любит одни грибы, ему надо, чтобы там мясо было. Сейчас Таня что-нибудь придумает к грибам, чтобы мясо было. Вот. А это Риночка прислала. Она по своему лесу здоровья гуляла с утра. И прислала. Чисто. Деревья поваленные, там никто их не убирает. Ну, чтобы это был такой, как первозданный лес. Так-то у них леса очень чистые, там все убирается. Но у них леса практически все кому-то принадлежат, все частные владения. Вот. А этот такой лесок, ну, как прям лес. Лес. Но так здорово, есть где прям нет практически травы и грибочки. Спасибо, Риночка. Спасибо, моя дорогая. Здравствуй. Доброе утро, Любушка. Вот я опять вышла к своему прудику. После заливных дождей пруд разлился. Тут можно посидеть. Оттуда идет опять дорога. В лес я немножко посижу. И пойду дальше. Вот зашла теперь на другую дорогу. Видишь, такой очень большой, высокий. Высокие деревья. И такой лес. Можно сказать, посреди города. Тут очень прекрасно, хорошо гулять. Воздух такой чистый. Тут одна еще маленькая зарисовка. Вот опять одно место для отдыха. Около ручейка. Вода это все-таки прекрасно. А я опять пойду дальше. А вот я теперь вышла на дорогу. Ну, такую. Видишь, вокруг повалены деревья. Их никто не убирает. А тут можешь гулять. Видишь, даже грибы видно. Такую салфеточку вчера купила. Фикс прайс под мрамор. Вот, и делаю вот такой браслетик.
В общем, вот все, кроме этих, все вот эти бусинки туда уйдут. Вот. Посмотрим, сколько получится. Лежат без дела. Думаю, надо браслетик собрать. Это у нас так рано приехал. Это кто такой? Чьи это ножки-то? А, наверное, какой-то мальчик чужой. Кто это? Кто это? Тебя так папа рано забрал? Да? Нет, мы не ходили в садик. Вы не ходили в садик? Да, мне же собака куснула. Куснула руку. А где же ты был-то столько времени? Вы вот все эти были в поликлинике, ходили в больницу. Ясно, это ты с папой был. Дома. А я думал, ты в садике был. Ой, бабушка спит, ничего не знает. А сейчас обед? Да уже поздновато даже. Уже ужин? Ну, не ужин, нет. Бым. Бым. Вон он. Они хорошо по-русски говорят. Пришли, постучались, обедом погреть. Я им погрела. Такие вежливые ребята. Они хорошо по-русски говорят. Пришли, постучались, обедом погреть. Я им погрела. Такие вежливые ребята. Доделывается домик. Внутри они покрасили. Но я вам показывала, как они красили. Все перекрасились с ног до головы. И Костя, и Сашка. Ой, мои дорогие, все равно чувствуется, что осень. Все, уже вон березы желтеют. Все. Конец лету. Ну, что, сентябрь уже, конечно. Он и по телефону разговаривает. Поесть некогда. Приехал на обед. Ладно, мои хорошие, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Думаю, какие-нибудь новости еще-то будут, чего-нибудь. Только бы хорошие, плохих совсем не хочется новостей. Пойдем директора кормить. Always move when the tide is